Добрый вечер. В эфире «Энергия и удача» на Рика ТВ. Мы рады приветствовать вас. Ноябрь подходит к своему завершению. На календаре уже 25 число. И сегодня мы вновь в это воскресенье с вами. Осень подходит к своему завершению. Уже следующие выпуски программы «Энергия и удача» будут посвящены предстоящему Новому году и, конечно же, зиме. Ну а сегодня, в этот осенний воскресный вечер, со мной программу проведет очаровательная девушка. Ее зовут Ксюша. Она является менеджером торгового дома «Энергия». Ксюш, зиму-то хочешь? Хочу. Любишь зиму? Новый год что? Новый год ждешь. Деда Мороза веришь? Конечно. Но об этом пока рано говорить. Еще у нас целый месяц, дорогие друзья. А пока мы вновь в нашей красно-белой студии готовы заряжать вас энергией вместе с торговым домом «Энергия», проспект Санкибай-Батыра, 72, красный торговый дом. А мы с вами одной крови. «Энергия и удача» на Рика ТВ. Ксюш, ну вот смотри, в школе есть любимые предметы, есть нелюбимые предметы. Но все равно мы каждый день проверяем свои знания. Знания в чем-то. Вот ты, например, в электрике хорошо разбираешься, если работаешь в торговом доме. Ну, стараюсь. Да? Стараешься там лампочку правильно подобрать, кабель какой-нибудь, да? Да. А у тебя был любимый предмет в школе? Да, был. Какой? Биология. Биология. Ну почему ты в электрику ты ушла? Ну, как-то. Ну, вот так-то, как-то так. Мы приветствуем под аплодисменты наших сегодняшних участников. Их трое. Добрый вечер, друзья. Ну как, каникулы скоро уже, в декабре. Давайте знакомиться, расскажите о себе, чем занимаетесь, что любите, чего делать не любите. Наша первая участница, добро пожаловать. Здравствуйте, меня зовут Настя, мне 14 лет. Я ученица школы гимназии номер 17, учусь я в 8 классе. Мое хобби – это плавание и изучение английского языка. Отлично. Как у нас с изучением английского языка, Настенька? Отлично. Хорошо? Да. Ну, скажите, добрый вечер. Good evening. Good evening. Долго думали, но придумали. Все верно. В свободное время чем занимаетесь? В свободное время я обычно гуляю с друзьями или же играю. Играете? Во что? С животными. Понятно. Наш второй участник, посередине девушек стоите. Давайте знакомиться. Чем? Здравствуйте. Меня зовут Нурсат, мне 14 лет. Учусь в 17-й школе, в 9-м Г-классе. Нурсат, кем планируете в будущем стать? Хочу стать актером. Актером хотите стать? У вас есть кто-то из кумиров, на кого бы вы хотели быть похожим? Джонни Депп. Джонни Депп? Почему именно Джонни Депп? Очень веселый, мне очень нравится его фильм. Да? Например, это один из фильмов его «Пираты Карибского моря», за который он получал награды в кинематографе. Наша третья участница, давайте знакомиться. Меня зовут Ахкумес. Я уже красивое 10, имя. Я уже в 10 классе, естественно, математического направления в 11 школе. 6 умножить на 3 сколько будет? 18. Молодец, правильно, сразу проверяю. Чем занимаетесь в свободное время? Математикой? Вообще да, но дополнительно хожу на танцы, то есть выступаю параллельно и веду многие мероприятия в школе. Слушай, отлично. Может, поменяемся местами? А я буду выигрывать вместо тебя деньги. Нет, как смотришь? Я нет? Я здесь постою. Итак, друзья, добро пожаловать к нам на программу. Мы объясним правила сегодняшней игры. Итак, есть 6 тем. За каждый правильный ответ по выбранной теме вы получаете денежный приз. Тот участник, кто набирает в первом туре наибольшее количество правильных ответов, мы ему предлагаем участвовать в супер-игре. Главный приз за короткое время нашего эфира от торгового дома «Энергии» заработать сколько? 10 тысяч. Видите, вы знаете, это радует. Если вы ошибаетесь, никто не может ответить, ни Нурсат, ни Настя, ни Акумыс, то мы объявляем с Ксюшей правильный ответ. Темы у нас сегодня довольно-таки несложные. Я думаю, что вы внимательно будете выслушивать вопросы и правильно на них отвечать. Ну что ж, пожелаем с Ксюшей вам удачи. А теперь внимание на экран. Какие темы сегодня ждут нас в эфире 25 ноября в проекте «Энергия удачи». Внимание, друзья. Итак, сегодня мы отвечаем на вопросы по теме математики. Кстати, Акумыс, это к вам поближе. Или Нурсат тоже любит математику. Да. А Настя, как у вас дела? Нет, нет, да? От былины до сказки. Здесь будем вспоминать и сказки, и былины, которые проходили в школе. Природа и мы. Да, нет. Здесь конкретно нужно отвечать на вопрос. Либо да, либо нет. Здесь скорость ваша важна и, конечно же, правильный ответ. Музыка вокруг нас. Угадываем композицию либо исполнителя и страны мира. Тоже отвечаем на вопросы. Готовы? Да. Ну, как-то слабенько. По-моему, вас учителя измучили уже. Готовы, друзья? Да. Да, давайте крикнем. Вы готовы? Да. Да. Да, отлично.
больше всех, а к кумыс, по-моему, готова. Итак, выбирайте, пожалуйста, Настя, вы у нас сегодня первая, стоите у стойки красно-белой нашей. Давайте серебристой, даже музыка вокруг нас. Начинаем с музыки, внимание, музыка звучит в эфире проекта «Энергия удачи», поехали. Валютный шторм, меня зовут Дар. Так, это Баста. Совершенно верно, Баста, молодец, хорошее начало игры. Настя выбирает далее. Давайте математику. Математика. У семерых братьев по одной сестре. Много ли сестер? Одна сестра. Одна сестра, правильно. Кумыс зарабатывает свой первый денежный приз. Давай выбирай. Давай выбирай. Страны мира. Страны мира. В этой стране протекает река Рейн. Что это за страна? Германия. Совершенно верно, кумыс, да, Нурсат, вы что, решили уступить? Нас сегодня двое с вами здесь в студии, за исключением операторов и нашего режиссера, и нашего арт-директора. Давайте дальше, выбирайте. Ну что, стоим? Думаем? Да нет. Да нет, только Земля имеет спутник? Нет. Совершенно верно, не только Земля, а что еще? Другие планеты. Другие планеты, совершенно верно, Нурсат. Математика. Математика. Две матери, две дочери, да бабушка с внучкой. Сколько всего человек? Две матери, две дочери, да бабушка с внучкой. Три человека. Молодец, Акумы, сразу видно, математику любит человек. Я вот честно тебе признаюсь, математику в школе не любил. А ты? Любила. Любила, ну конечно. Если бы мне сказали там 150 метров кабеля, я бы 170 продал бы. Ладно, выбирайте, Акумыс. Да нет. Да нет. Итак, первым в открытый космос вышел американец. Нет. Нет, совершенно верно. Это ответ правильный. Ваш ход, Нурсат. Природа и мы. Природа и мы. Зеленый островок пустыни называется... Остров? Оазис. Оазис, совершенно верно. Увереннее, Кумыс, пожалуйста, увереннее. Хорошо. Правильно. Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Ну что ж, продолжим эту тему. С нее начали, ее и продолжаем. Ярко я закрываю. Ёлка. Совершенно верно. Настя у нас меломан. Настя, у вас есть любимый какой-нибудь исполнитель? Кого вы любите? Или вы меломан? Не меломан. Меломан? Рок не слушаете? Нет. Нет? Не к этому жанру. Нет любви, да, к этому жанру. Нет. Но зато у вас есть любовь к нашей программе, выбирайте тему, ваш ход. Давайте да нет. Да нет. Итак, солнце это звезда? Да. Правильно, Кумыс, действительно, солнце это звезда. Ваш ход. Музыка вокруг нас. Музыку продолжаем. Давайте нам больше звука в эфир. Самый все в порядке, мама. Время и стекло. Время и стекло, совершенно верно. Настя еще зарабатывает денежный приз, а мы даем возможность ей выбрать тему. Математика. Математика. Внимание, вопрос. Хозяйка несла в корзине 100 яиц. Одно упало. Сколько яиц осталось? Яиц не осталось, ведь дно упало. Молодец, браво. Хорошо мыслишь, Кумыс, да. Страны мира. Страны мира. Итак, эта страна... знаменита своими надежными банками и вкусным сыром. Надежные банки и вкусный сыр. Это перед вами стоит Дима, фамилия на букву... Швейцария. Швейцария, правильно, подсказка была, потому что назвал первую букву своей фамилии. Выбирай. Страны мира. Страны мира. Так, название самого известного колокола в мире. Хотя многие ошибочно считают, что это название башни. Он находится в Лондоне, этот колокол. Биг Бен. Биг Бен, совершенно верно. Да. Ну, сад. Страны мира. Страны мира. Итак, рулет с яблоками. Штрудель. Кулинарный символ этой страны. Что же это за страна? Друзья мои, рулет с яблоками, штрудель, кулинарный символ этой страны. Это 3, 2, 1. Это Австрия. Настя, вновь ваш ход. Так как никто не ответил на вопрос, мы его объявили с Ксюшей. Давайте страны мира. Давайте страны мира. Итак, собор Нотр-Дам строился 200 лет. Среди готических храмов этот собор выделяется строгим величием своего облика. В какой стране он находится? Франция. Молодец, Франция, да, верно. А Кумыс? От блина до сказки. От блина до сказки. Итак, бог морей, это кто? Посейдон. Верно, Нурсат, правильно? Математика. Математика. Что легче, килограмм железа или килограмм пуха? Одинаково. Совершенно верно. Почему одинаково? Килограмм, килограмм. Логично. Ваш ход? Да, нет. Да, нет. Внимание. Планета – это относительно холодное небесное тело. Планета – это относительно холодное небесное тело. И? Да. Совершенно верно. Наобум сказали, честно?
Нет. Тогда или нет? Нет, я подумала. А, вы подумали. Хорошо, кумыс, верно. Выбирайте. От блина до сказки. Не боитесь? Сложный вопрос. Знаменитый греческий герой, который поймал критского быка. Коней ли дают... Геракл. Совершенно верно. Вы даже не дослушали вопрос. Нурсат, молодец. Давайте. От блин до сказки. От блин до сказки. Юноша, любовавшийся собой, за что богами, был превращен в цветок. Нарцисс. Нарцисс, да, Настя? Ваш ход. От блин до сказки. Илья Муромец, Добрыня Никитич, а кто третий? Алеш Попович. Алеш Попович, верно. Я думал, вы на эти вопросы не ответите, честное слово. Давайте «Музыка вокруг нас». «Музыка вокруг нас». Продолжаем и слушаем. Так, стоп. Музыка закончилась у нас. Это кто? Это группа? Наверное, вы уже ее не помните. Районы, кварталы, жилые. Это группа «Звери», друзья. Итак, переход хода, так как у нас Настя выбирала. Нурсат, ваш ход. Математика. Итак, в погребе 5 мышей грызли корпус сыра. Они были так увлечены этим, что не заметили подкравшегося кота. Кот бросился на мышей и одну из них схватил. Сколько мышей осталось доедать сыр? 5 мышей было в общем, и 4 мыши убежали, и одну он схватил. То есть, получается, ни одной мыши не осталось. Молодец, ни одной. Браво. Слушайте, вы знаете эти вопросы или вы просто логически размышляете? Логически размышляю. Умница, это радует. Ну что ж, выбирайте, кумыс. Да, нет. Итак, космонавты летали на Марс? Нет. Совершенно верно, они никогда не летали на Марс. Ваш ход. От блины до сказки. От блины до сказки, внимание. Знаменитый гусляр, побывавший на дне моря океана у морского царя. На гуслях кто играл? Друзья мои, это Садко. Да. Итак, Настя, возвращаемся к вам. Математика. Итак, внимательно слушайте. Когда гусь стоит на двух ногах, он весит 4 килограмма. Сколько он будет весить, когда встанет на одну ногу? 4 килограмма. На этом тема математики у нас закрыта. Молодцы, ребята. Обычно у нас историю Казахстана и математику стараются как-то обходить участники. Вы же сегодня решили пойти сложным путем. Итак, осталось у нас 5 тем. Внимание на экран. Посмотрим от былины до сказки. Природа и мы. Да, нет. Музыка вокруг нас и страны мира. Что выбираем? Да, нет. Тоже последний вопрос по этой теме. Планете Земля примерно 4,5 миллиардов лет. Да. Совершенно верно, да. Это правильно. Тему «да, нет» мы закрываем. Осталось 4 темы. Страны мира. Страны мира – это страна, как мы уже говорили, знаменита надежными банками. А вот скажите, символ этой страны какой? Являются ветряные мельницы. Символом этой страны являются ветряные мельницы. Что это за страна? Это... Голландия, да, Нурсат. Это Голландия, Нидерланды или Голландия. Выбирайте. Тему, кстати, хочу сказать, что страны мира у нас тоже закрыта. Осталось 3. Молодцы, ребята. От былины до сказки, природа и мы, музыка вокруг нас. От былины до сказки. От былины до сказки. Внимание. Чудовище, которое жило на горе Сорочинской. Кто это? Это... Сказочный герой, которого боятся дети. Змей Горыныч, Настенька, верно. Первый тур нашей программы подходит к своему завершению. Хочу подвести итоги, что было здорово, Ксюш. Ну, согласись? Согласна, очень. Бывают программы, когда сложные вопросы, и участники не могут ответить. Ну, а пока ты считаешь, кто из наших участников сегодня займет лидирующее место, и кто, возможно, выиграет главный приз нашей программы сегодня, 25 ноября 2018 года. Узнаем совсем скоро. Торговый дом «Энергия». Если вам не до лампочки, загляните. Проспект Цанкибай-Батыра, 72. Это проект «Энергия удачи». Спасибо, что 12 лет мы в эфире, вы вместе с нами. И посчитали итоги первого тура, и сейчас узнаем, что у нас получилось. Ксюша, давай. Анастасия, 3000. Зарабатывает 3000, Настя. Настя, вы довольны результатом? Да. Вот честно, да? Молодец. Нурсат, 5000. 5000 зарабатывает Нурсат.
Акумыс 5000. Акумыс тоже. Ну что ж, друзья, только один может выиграть главный приз. Как вы думаете, кто это будет? Настя, как ты думаешь? Я не знаю. Я не знаю. Но ты должна сейчас выбрать одну тему, по которой мы зададим вопрос. А далее мы узнаем, согласен ли Нурсат либо согласна ли на Акумыс участвовать и выиграть главный приз, потому что один из участников может либо выиграть, либо полностью проиграть. Итак, внимание на экран. Одна тема, по которой мы задаем вопрос. Кто первый отвечает на вопрос, тот, соответственно, и будет играть, возможно, в суперигру. От Балины до сказки, природа и мы, и музыка вокруг нас. Я попрошу убрать от Балины до сказки, потому что исчерпаны вопросы. Остается природа и мы, и музыка вокруг нас. Давайте природа и мы. Природа и мы. Итак, во что превращается вода при кипении? Пар. Первая была Акумыс. В пар, браво. Нурсат, не расстраивайтесь, вы джентльмен. И сегодня, Акумыс, предлагаем вам выиграть не 5500 у вас сейчас на счету, а 10 тысяч тенге. Но имейте в виду, что эти деньги вы можете не получить, если неверно ответите на вопрос суперигры. А из двух тем, это музыка вокруг нас и природа и мы, одну будут выбирать Анастасия теперь и Нурсат. Что делаем? Играем, либо играем. Не боитесь проиграть 5500 тенге? Это ваши школьные обеды целый месяц. Ну, не месяц. Месяц? Не 10. Ну, все равно. Я не боюсь. Не боитесь. Итак, Нурсат, Настя, выберите одну тему из двух. Внимание, это музыка вокруг нас, либо природа и мы. Нурсат, что ты выбираешь? Природа и мы. Природа и мы, Настя? Давайте согласимся с Нурсатом. Согласитесь, то есть обоюдно. Здорово. Итак, вопрос по этой теме. Внимательно послушайте, потому что на кону у нас 10 тысяч тенге, не маленькие деньги. Весной и летом эти льдинки, падающие с неба, могут погубить урожай. У вас есть одна минута, подумай. Весной и летом эти льдинки, падающие с неба, могут погубить урожай. Что это такое? Хорошо подумайте. Весной и летом эти льдинки могут погубить урожай. Все садовники боятся этого, очень боятся. Иногда эти льдинки бывают крупных размеров и причиняют большой ущерб автомобилям, домам, всему. Бывает такое, идет дождь, а потом эти льдинки. Вот как они называются? Я готова ответить. Вы готовы точно ответить? Ведь вы можете сейчас проиграть деньги свои. С небес падают только одни льдинки, и это град. Ну, возможно. Но, может быть, все-таки это льдинки, которые называются снежинки. Снежинки летом? Логично. Браво. Мы вас поздравляем. 10 тысяч тенге Акумыс вы выигрываете сегодня. Ребята, мы вас поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем вам успехов, удачи и, конечно же, побольше позитива в вашей жизни. Ксюша, спасибо. Надеюсь, увидимся с тобой зимой. 2 декабря вновь в эфире проект «Энергия удачи». Смотрите нас в YouTube и на сайте rikatv.kz и заходите на сайт торгового дома «Энергия» и в их Instagram energy.actube. Подписывайтесь, узнавайте о скидках и о поступлении нового товара. До встречи ровно через одну неделю. Уже в декабре 2018-го. Всех вам благ!